Членов избирательных комиссий тестируют и обучают дистанционно. Как сообщили в ЦИК, сейчас разрабатываются методические комплексы и обучающие материалы. Проводится обучение организаторов выборов, госслужащих, центральных и местных исполнительных органов, сотрудников судебной системы, правоохранительных органов и других участников электорального процесса. В текущем году в рамках дорожной карты электорального обучения Центр избиркомом были проведены 24 обучающих мероприятия, в том числе лекции, семинары, тренинги, вебинары с охватом более 1000 человек из различных целевых категорий участников избирательного процесса как на республиканском, так и на региональных уровнях.